Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваши одуванчики. Первый одуванчик для вашего объектива 135 миллиметров. Вот одуванчик наклеен с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый объектив. Сейчас я его проверю в камере. Как видите, фокусное расстояние запрограммировано 135 миллиметров. Диафрагма от 2,8 до 32. Ловушка фокуса включена. Напоминаю, ловушка фокуса работает в режиме IFS. А программирование нужно делать в режиме M или в режиме AFC. Первый одуванчик. И второй одуванчик для вашего ширика. Вот наш ширик, в принципе, вот точно таким же образом на скотч поставили. Только скотч наклеиваете на нижнюю часть байонета. И вставляете в камеру. Вот если камера все показывает, значит вы попали правильно. Этот одуванчик запрограммирован фокусным расстоянием 28 миллиметров. Диафрагма от 2,8 до 22. Ловушка фокуса также включена. Вот, смотрите, диафрагма на объективе выставлена на крайнее положение, и соответственно, если приложить калибр, ножка калибра вставляется в стопорную канавку. Вот видите, одуванчик касается контактами внутренней части калибра. А если смотреть, как он ориентирован, если провести ровную линию или приложить, например, вот прикладываем ровный предмет, то вот этот четвертый слева или второй справа, то есть средний такой контакт одуванчика, он расположен точно по красной точечке, по серединке, вот видите, 22. Или у вас будет на объективе черная точка или линия. То есть вот это вот ориентир. Вот. Ну, в первую очередь на 135 объективе приложите одуванчик и отметьте границы на юбке. Затем аккуратно открутите байонет вместе с юбкой. Выпилите на вашим надфилем нишу, и чтобы полностью уровень сравнялся с уровнем байонета. Потом наклейте на двухсторонний скотч и проверьте в вашей камере. Если попали с первого раза, очень хорошо. Вот небольшой кусочек двухстороннего скотча. Его тут нужно буквально на каждый одуванчик, можно даже на несколько раз растянуть. Сейчас я упакую одуванчики и пойду на новую почту. Сегодня отправлю. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.